Юрец 40 Рус, он же Юрий Семерник, вернулся в Прогресс ТК. Как ранее Владимир Назаров с канала «Живой груз», Юрий Семерник позорно вернулся в обгаженную им самим компанию «Прогресс ТК». У меня на канале есть два видео, одно ДТП Audi Q7 большегруз 40 Рус, и причем тут Шишпанов и Телепин из компании «Прогресс ТК», а другое цыганочка с выходом или как обиженный большегруз 40 Рус всех сдал и сам спалился. Там много информации про этот «Прогресс ТК». Как известно, Юрий Семерник и Владимир Назаров – это друзья большегруз 40 Рус, он же Анатолий Кречетов. Правда, Владимир Назаров более себя другом Кречетова не считает. Деньги, как известно, поссорили друзей блогеров. На эту тему у меня на канале Уксус Влог тоже есть видео. Уходили они все очень громко, а возвращаются тихо и как-то стыдливо. Вот и Юрец 40 Рус, он же Юрий Семерник, на вроде побитой собаки, тыкается носом в дверь и царапается лапкой. Пустите меня обратно. Теперь мы свободны, как птицы в полете. Кому нужны водители, звоните, пишите, мы безработные. Свободен, как супля в полете. В своем последнем видео всячески оправдывался, хотя тут же говорил, что ему все равно, что про него скажут. Ну что, теперь, наверное, самый главный вопрос, да? Так, ладно, с бочки я уволился. Давайте там, бегун, таксист, скакарик, там, что еще ваша фантазия переваривает, можете все написать. Мне как фиолетово. Я поработал там, поработал сям. То, что я бегаю туда-сюда, это сугубо мое личное дело. Хочу бегаю, хочу не бегаю. Вас это вообще как бы, по большому счету волновать не должно. Примечательно, в комментариях написали, что его выгнали с работы. Данную информацию я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, а сам Юрий Семерник не пояснил, почему ушел с бочки. В общем, с Юрец 40 Рус, он же Юрий Семерник, все и так ясно. Очередной мутный блогер, который говорит только то, о чем ему выгодно говорить в тот или иной момент. Вы можете подписаться на канал Уксус Влог для быстрого доступа к новым видео. А на данный момент это все.